Вопрос. Сколько интерфейсов можно реализовать в одном классе? Ответ. В одном классе можно реализовать сколько угодно интерфейсов. Вопрос. Может ли интерфейс иметь реализацию? Ответ. Интерфейс не может иметь реализацию. А если подумать? А если подумать, то можно сделать extension на интерфейс, и тогда, то есть реализуя интерфейс в каком-нибудь классе, вы автоматически получите реализацию. Таким образом, псевдореализацию на интерфейс наложить можно. Еще дополнительное к сведению. В новых версиях языка C-Sharp речь идет о том, чтобы разрешить в интерфейсе иметь свою реализацию.